Всем привет! Сегодня хочу показать, как сделать вот такой вот летний, яркий, насыщенный макияж. Я его буду выполнять только с помощью продукции от корейской марки Миша. Возникла такая идея в связи с тем, что мы совместно с этим магазином в нашем городе проводим бесплатные мастер-классы для всех желающих девушек, женщин по тому, как наносить макияж, как использовать какие-то определенные интересные продукты от корейских марок или просто как выделить или сакцентировать на какой-то части лица свой макияж. Поэтому я выделила для себя некоторые продукты от этой марки, которые не столь известны, возможно, но они тоже очень интересные, и я думаю, кого-то из вас обязательно заинтересует. Так, начну я свой макияж с вот такой вот затирки пор. Это пор праймер, это одновременно матирующая основа и затирщик пор. Я его буду наносить зонально, то есть на те места, где более вероятно появится у меня в течение дня жирный блеск. Ну и, соответственно, там, где расширенные поры. Это область носа, может быть, подбородок и лоб. Затем я буду использовать вот такой вот BB-крем. Он с матовым эффектом также. Очень хороший вариант для лета. Не такой он известный среди марки Миша, но мне он приглянулся и понравился за свой именно эффект более матовой кожи, потому что все остальные BB-крема в основном дают такой немного сияющий эффект. Также BB-крем наношу ручками. Как видите, у меня на лице есть и покраснение, какие-то следы от постакне. В принципе, крем очень хорошо перекрывает их, матирует кожу. А также BB-крем нанесу немного на века, так как я не буду использовать в своем макияже сегодня тени, но для того, чтобы немножечко освежить взгляд и осветлить века, я нанесу очень тонким слоем на века. Вот такое вот отличное покрытие дает этот BB-крем. Закреплять я буду BB-крем вот такой вот рассыпчатой пудрой. И буду при помощи вот такой вот кисточки кабуки наносить на лицо. Также нравится мне, как эта пудра матирует. Как видите, лицо не выглядит перегруженным, но в то же время мы скрыли все недостатки. Также очень мне нравится от Миша вот эта вот сверкающая пудра. Она с мерцающим эффектом, очень у нее мелкий помол. Ее я буду наносить зонально. Это такой своеобразный хайлайтер. На все лицо я бы не рекомендовала ее наносить, но вот в качестве хайлайтера отличная вещь. Далее приступим к бровям. Я буду использовать вот такой вот обычный карандашик для бровей. Он идет с щеточкой на обратной стороне и вот такой вот обычный стандартный карандаш. Чем они мне нравятся, что они не жирные и ими очень сложно переборщить. Можно аккуратненько дорисовать то, чего не хватает, сделать такой вот эффект добавления недостающих волосинок в брови. Брови остаются натуральными, но в то же время более подчеркнутыми. Затем, когда бровка нарисована, я ее просто прочесываю для того, чтобы придать более натуральный эффект своим бровям. Следующий продукт для бровей, который мне очень нравится, это вот такая вот тушь. Она с тонирующим эффектом. Мне нравится ее использовать поверх карандаша, потому что она дает более такой насыщенный оттенок. Очень удобная у нее маленькая кисточка и такие достаточно носибельные цвета. У меня в темном оттенке и есть еще оттенок посветлее, он больше подходит блондинкам. И следующий продукт, который я буду использовать, это вот такая вот подводка в виде фломастера. У нее фетровый наконечник, но достаточно упругий и удобный для того, чтобы нарисовать стрелку.
Также хочу обратить внимание, что вот у этой подводочки внутри есть такой шарик, который разбивает сам продукт, и он не дает ему засыхать. Я нарисовала достаточно такие широкие стрелки, не просто так, потому что я хочу использовать еще один очень интересный продукт от фирмы Миша. Это вот такая вот подводка в интересном таком оттенке хаки зеленом. Это уже жидкая подводка, она с вот таким вот аппликатором, и она имеет очень интересный такой переливающийся зелено-змеиный оттенок. Я буду наносить поверх черной, по верхнему краю. Далее буду использовать вот такую вот тушь от Миша. Больше всего от этой марки мне приглянулась вот эта вот Dolly Eye. Она с эффектом объема на ресницах. У нее очень удобная для меня кисточка, вот такая вот зауженная на кончике. То есть очень удобно прорисовывать именно реснички, которые находятся у внутреннего края глаза. Все туши у Миши это термотуши, то есть они снимаются теплой водичкой, очень удобно. И что я заметила, они очень черные. Так вот выглядит макияж наших глаз уже с ресничками, и мне осталось накрасить только губы. Для губ я буду использовать вот такую вот помаду Glam Art Rouge. Это у них серия такая более люксовая. Мне нравятся помады, мне кажется, что они недооценены в этой марке, потому что у них очень яркие насыщенные цвета, они приятно пахнут и хорошо ложатся на губы, и у всех в основном помад такой вот блестящий глянцевый эффект напитанных живых губ. Мне он нравится. И вот так вот этот оттеночек смотрится на губах, достаточно яркий. Если вы любите такие оттенки, присмотритесь, там много вариаций. Вот такого вот цвета красного, малинового, оранжевого. Ну и в связи с тем, что от Миши мне как-то не особо приглянулись какие-то сухие румяна, я просто использую данную помаду в качестве кремовых румян, просто аккуратненько выхлопывающими движениями нанесу на щечки и растушую. Таким образом мы добьемся того эффекта, что румяна у нас будут сочетаться с помадой, и в то же время они не будут достаточно ярко и кричаще смотреться на лице. И немного я все это дело зафиксирую матирующей пудрой. Вот и все. Мой такой летний, но достаточно яркий, интересный макияж готов. Я выделила для вас самые интересные продукты от марки Миша, которые вам, возможно, будет интересно протестировать на себе, попробовать, все пощупать. Возможно, вам тоже они понравятся. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Can you speak just a little bit louder?